have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки 5 Галек. И, кстати, да, эй, вы все гальки, кто тут? Поехали, я сейчас вдруг вспомнил, что нас тут ожидает. Свинья в иллюминаторе. Ну, поехали. Я не знаю, как все будет работать, пока что для меня это тайна, загадка. Знаете, эта игра имеет какой-то, ну, не то чтобы чудесный эффект, а здесь интересно. Сюда заново приходишь посмотреть, что здесь происходит. Но каждый раз происходит, нет, опять сейчас будет какая-то фигня. И ты продолжаешь это играть. Потом, ну нет, опять сейчас будет фигня. И вот так каждый раз. Так, тут у нас ничего нету, мы выбираемся наружу. На какую ружу сейчас посмотрим. Нам, по идее, туда. А можно... О, он типа рукой немножечко себе... Я случайно выстрелил этой фигней. Можно наверх? Раз у нас тут передвижение достаточно не скованное... Можно поисследовать немножечко локацию. Убедиться, что внизу ничего нет. Я пока не уверен. Я вроде как не могу пользоваться личинкой. Посмотрим, почему это происходит. Если мне придется от кого-то удирать в таком состоянии, это будет не очень красиво. Но, с другой стороны, передвижение еще никогда не было столь удобным. Внизу ничего нет. Ты можешь, пожалуйста, вверх оттолкнуться? Нет! Нужно четко понимать, куда ты отталкиваешься и что делаешь, блин! Я вверх жму. Ну, какого фига? Я же вверх жму. Нет, вверх. О, спасибо. Да ну, блин, попади ты в эту фигню! Окей, 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 все, это значит... Нет! Это начало раздражать. Я могу как-то... Я уже четверть цикла на это потратил. Я не могу попасть... Да ну почему ты так делаешь? Я же не нажимаю на... Хорошо, знаешь что? Геймпадом. Не геймпадом, а в смысле... буду нажимать... короче, кнопками этими, крестиком. Я резко забыл, как он называется. Дипадом, да. Можно сюда, можно сюда. Это у нас сюда, хорошо. Давайте проверим. Ну, в любом случае, опять же, мы... Нет! Ты дурак? Я приполз, потому что тут ничего нет. Офигенно. Ладно, у нас есть два перемещения. Наверх и вправо. Теоретически у нас и наверх, и вправо являются правильными направлениями, насколько я понимаю. Нам пожрать бы чего-то, кстати. Что там за циферки синие? Что за фигня? С пожрать пока что проблема. Потому что я не вижу, что здесь можно было бы... Скажи, что это тупик? Вниз? А, вниз.
Я не могу эту личинку сожрать никак. Я на самом деле не вижу здесь чего-то вообще съедобного пока что. Оно... Я выкинул свою эту. Ты это ешь? Он это ест. Хорошо. Блин, а там вот эта штука. Можешь, пожалуйста... Я бы такой, чтобы, наверное, вернуться наверх, если получится. Я выбросил свой... Ой, я светиться, кстати, стал, когда я съел вот этих ребят. Окей, это прикольно. Интересно, надолго, ненадолго, наверное, пока я их переварю и все, да? Осталось полцикла. Так, туда я не могу. Вниз, вниз, кстати, интересно, мы там не были. Я фоню как-то или что происходит? Подожди. Ну, с другой стороны, я вроде как с помощью той личинки пока и не могу передвигаться, поэтому то, что я выкинул, может, оно и не будет проблемой, посмотрим. Я бы такой бы, чтобы сохраниться, честно говоря. Зачем я сюда полетел? Чё нафиг происходит? Какого чёрта? Что меня съело? Вот эти синие цветы, что ли? Они хищные? Подожди. Так, ну, это интересно. Что могло нас так сожрать? Надо будет сейчас туда вернуться, посмотреть. Но только, наверное, на этот раз постараться не... Блин, а пожрать где нам? Ладно, то такое. Постараться пролететь, не задевая вот ту херню, наверное, не прикасаясь к стенам вообще. Я даже не знаю, что это. Мне нравилось, когда я мог светиться. Он что-то там лапкой гребет, да, но это... Настолько несущественно. Блин, вот это место я уже начинаю недолюбливать. Стой. Ну, куда... Ну, вот он просто лицом остановился об эту штуку, и все такое. А, нормально. Так. Тут типа этом лучше. Опа. Да. На стике она очень неточно реагирует. А нам наверх? Да, да, на этот раз наверх. Минуточку, а мы в ту сторону... А в той стороне ничего нету, да, хорошо. Через... Лифт едет вверх. Ешь. Во, я начал светиться, хорошо.
Вон там дальше я не был, да? Да, это я здесь сдох. Мне туда наверх надо. Каким-то образом. Мне вниз, ясно. Ну, наверх, но чтобы наверх, надо сначала вниз. Я не вижу там... Стой, 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 стой. А где там наверх? Я там не вижу наверх. Ну... Там... Она меня сожрала, понятно. Вот эти штуки, ну вот... А я тут вспомнить не могу, хорошо. Так. Не то. Там ему тяжелее всего вспоминается. Там есть наверх какой-то, но я не могу туда попасть. Ну, то есть там есть проход. Вон, там видно, что лифтик идет. Но там есть вот эта вот гадость. И, ну, я не могу попасть в этот проход. Что мне для этого надо сделать, я не знаю. Получается, нам только вот сюда вот. Кто тебя, придурка, выпустил из убежища? Нафига ты оттуда... Отцепись. Получается, идем сейчас направо. Я не знаю, если есть какой-то варик там вот победить эту херню и пойти наверх. Потому что проход по карте там есть, физически прохода там нет. Потому что там какое-то говно, которое нам мешает пролезть, оно нас жрет. Это неприятно. Ну зацепишь ж ты же ж. А, как меня бесит, что он в невесомости вот такой вот. Ты знаете, вот это нахождение в невесомости мне немножечко напоминает американский хайвей. То есть, если ты едешь и заранее не перестроился и пропустил свой выезд, свой эксит, вот, то следующие 25 километров ты все равно едешь в этом направлении, потому что иначе, ну, ты с этим уже больше ничего не сможешь сделать. Вот то же самое здесь. Вот ты такой пролетел немножечко мимо и все. Так, нам в верхнюю или в нижнюю? А нам не... Нам, нас нижняя тоже куда-то ведет, просто я не знаю куда. Стойте, мы же не ходили просто. Чего, блин? Это странно. Я понимаю, что я сейчас трачу время, все дела, но мы сейчас исследуем. В общем, у нас есть один путь наверх, который... Путь есть, но он заперт. Есть направо, там, где у нас вот эта гадость с тентаклями. Я не то чтобы прямо хочу с ним встречаться. Я уже его два раза видел, ну его нафиг. Мне хватило. Получается, меня здесь тоже смогут сожрать? А, оно здесь и есть. Оно ими питается! Уйди отсюда! Уйди! Ясно, понятно. У него специально такие тентакли, чтобы оно могло достать куда угодно. А как?
что? А что я ему сделаю? Ну ладно, раз у нас все равно здесь клуб любителей посмотреть на одинаковый геймплей, давайте мы в третий, в четвертый, в десятый раз еще раз туда сползаем, ведь вы же ж не против, же ж... Блин, кошмар. Блин. Я тоже этими штуками питаюсь, и он этими штуками... В тот раз он был в другом месте. Ну, это понятно, игра-то... Оп, спасибо, что зацепился. Вот. Игра-то такая, что у тебя враги не остаются всегда на одном месте, но все равно... Как бы... Блин. Это нужно еще как-то... Я уже не говорю про то, что нужно найти место, где поспать. Нужно бы тупо пожрать еще как-то, чтобы тебя не убили, а? А если я ему в тентаклю вот эту штуку воткну, он его не убьет, но, скорее всего, ему не понравится. Ну, просто если бы мне под ноготь загнали занозу, мне бы не понравилось. Я так понимаю, что, возможно, ему тоже будет не очень. Нет! Зачем ты выплюнул... Ой, блин, оно здесь. Забери... Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Опа. Проглоти. Спасибо. Все, валим отсюда. Вот эта вот грань между проглатыванием и съеданием, она слишком тонкая. Я за это не могу схватиться, я тебя понял. Мне вот сюда. Мне, пожалуйста, вот сюда. И я не хочу просто потом... Так, ну копье забрали. А как мы в прошлый раз дошли? Ну, наверное, вот так. Я не помню, честно говоря. По крайней мере, пожрать пожрали. Оно где-то там. Мы сейчас едем прям к нему. Чувак, а что будет, если ты уйдешь? А, ну ведь хорошо ж будет. Уйди наверх, пожалуйста. Наш... Подождите. Тут я вроде еще не был. Ты можешь ровно полететь? Спасибо. Нет! Не-н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 е! Да ну твою же за ногу, сраная невесомость! Ну я же... Меня прямо к нему кинуло. Ну, как это бесит. Ладно, поехали. Просто я боюсь, если я там не пожру, потом будет где-то убежище, в которое я занычусь, и я не смогу там поспать. А вернуться, возвращаться в эту фигню я уж тоже не хочу. Ах.
бесит, что вообще нет никакого управления в невесомости, оно с каким-то рандомным эффектом иногда. Ты вроде нажимаешь, тебе туда надо, оно не работает. Потом вдруг бах, и оно сработало. При том, что... ну вот. На... Ну сюда иди ты, ну блин, как же это бесит. Нужно здесь исключительно на... Нельзя касаться стика, стик слишком чувствительный. Тут нужно исключительно на дипаде. В таких моментах. Вот если хочешь, чтобы четко вверх было или что-то такое, это исключительно на дипаде надо. А я отвык от него. Я, в принципе, хорошо играю на дипаде в разные игры, но здесь я почему-то с самого начала игры играл на стике. Я к нему привык. И сейчас как-то переучиваться вот прям не хочется. Ну а что надо? Что делать надо? И вот это вот каждый раз проползание 150 метров вот этих вот. Ну блин, ну тоже не фан. Насчет, вот, кстати, да, насчет левел-дизайна, к сожалению, игрушка очень сильно проигрывает. Вон моя хпшечка. Ну, типа, похавали, ладно. О, я слышу эту фигню уже. Съел. Вернул себе. Мне вон ровно направо надо. Опа, в этот раз получилось. Чё, стой! Чё тряслось-то? Не надо ничего трясти, мне... Давайте без потрясений. Так, тут у нас с этой стороны все. Вроде я там больше никуда пройти. Что трясется? Прекратите. Так, ну, вон. Вон та тентакля, блин, сраная, синяя. Но! Гравитация появилась. Гравитация исчезла. А что? А куда я должен был от него деться? Без гравитации-то. Спасибо, игра, спасибо. Давай еще раз, хорошо. При каждом таком сотрясении появляется и исчезает гравитация. А куда идти-то? Там прохода в бок нету, там чисто наверх надо, через ту шахту. Если бы там не было этой херни, но эта херня там есть, это небольшая проблема. Хорошо, там дальше есть где пожрать. Поэтому, наверное, можно вот этих вот здесь ребят пропустить, пойти дальше, если получится. Сейчас посмотрим. Я так понимаю, что это некий модуль, который то работает, то не работает. Вот когда он работает, он дает низкую гравитацию. Когда он не работает, все приобретает стандартную гравитацию. Блин, я опять играю на стике. Даже не знаю.
Если сейчас опять скажешь, что мне там нужен какой-то максимальный левел, чтобы пройти через те врата, но это будет проблемно на самом деле, потому что тут слишком рандомно все происходит. Ты не можешь никак спланировать. Знаете, вот в обычных играх у тебя есть некая стратегия, ты изучаешь врага и понимаешь, как не делать в следующий раз. А здесь такого не получается. Здесь все настолько рандомно. Почему, например, в прошлом куске, из-за которого я повис на полгода, все было так плохо? Потому что вот прохождение вот этих вот чувачков, оно было абсолютно рандомным. Это печаль вообще. Оп. Я могу тут пройти? Могу. Все, похавали. Хорошо. Поехали сюда. Ты можешь вниз, пожалуйста, сейчас? Так, на дипаде. Хоба! Четкий перелет. Так, ребятушки, посмотрим, как у нас выйдет на этот раз. Вам-то, в принципе, переживать нечем. Про то, сколько дублей у нас на это уйдет, я даже, кстати, не знаю. Начнем с того, что эта серия... И в принципе, эта игра мне дается очень тяжело, эта серия вообще какая-то проклятая. Потому что, по-хорошему, я ее уже третий день записываю. И что я ему должен сделать? Ну, то есть, нам наверх, да, я понимаю, но... Вон та штука за мной тянется. Вот эти тентакли, блин, чтоб их. Может как-то пульнуть в него, когда он спустится. Блин, дружище, вся твоя еда внизу. Блин, уже нет. Не-не-не! Это... Да ты чё? Да ну... А, еще один тупой путь сдохнуть. Ну, то есть... Ну, это же нереально. А как я должен... Вот сейчас он спустился, да, спасибо. А как я до этого должен был пройти? Продолжаем. Не знаю, короче, по-моему... Вот этот рандом, он меня когда-то доконает. Эта серия, возможно, будет немножечко, я же говорю, длиннее. Потому что, во-первых, мы никуда ни хрена не прошли. Во-вторых, потому что она, как монстр Франкенштейна, будет собрана из нескольких кусков, которые я снимаю уже вот третий день. Поэтому я все это немножечко отмонтирую. На чем она закончится, я даже не знаю. Давайте, поскольку я пока что не понимаю... Каким образом мне сделать... Оп, повезло. Каким образом мне протиснуться вот там, где наверх? Потому что там показан проход, но я не могу туда пройти. Поэтому мы будем пока что спамить направо. Насколько это у нас получится, не получится. Опять же, я думаю, что давайте вот сейчас еще один заходик сделаем такой. Посмотрим, попробуем, пощупаем, как оно, что оно, где оно, а потом уже, наверное, я подожду, что вы мне напишите в комментах. Ну что, честно говоря, у меня сейчас очень мало веры в то, что я сейчас куда-то пройду. Как бы пробовать и пробовать все, что нам остается. Оп. Оп.
вверх. Ну, вроде как пожрали по пути, хорошо. Не надо! Спасибо. Повезло. Но это у нас один. Один, это, конечно, хорошо, все дела, но там у нас есть второй. Во-первых, во-вторых, вот эти вот тентакли, которые нас... пытаются постоянно поймать и сожрать. По-моему, кстати, они являются самым большим препятствием на нашем пути. О, здрасте. Вынесли немножечко пораньше. О, машина начинает рвать. Мне на самом деле очень интересно, что там наверху. Потому что мне ни разу не получилось добраться. Не надо! Она же меня может вытащить оттуда. Я ж тебя ударил-то, тварина! Не, короче. Я в него кинул копьем в последнюю секунду. Я понимаю, что выходить к нему это не самый лучший день. Но, во-первых, он может в эти фигнюшки, видите, он обратно вверх поплыл. Мой единственный шанс был, когда сработает машина, улететь вверх. Но это не... К тому же, смотрите, какой маленький промежуток у нее сейчас срабатывание. Мне нужно было быстренько улететь вверх за один тейк, и потом там наверху задержаться. Это бред. Короче, проклятая серия. Я не знаю, что с этим дальше делать. Причем там до этого, когда я застрял, у меня, по крайней мере, было понимание, что нужно делать, где это убежище. Это просто было физически трудно пройти. То здесь это какой-то гребаный рандом с такой долей невезения. Ну, то есть... Знаете, в каждой игре, игра, когда ставит тебе какое-то препятствие, она тебе дает возможность с этим препятствием справиться каким-то способом полегче, попроще, посложнее, по-разному, да. Как, например, вот разница между блокированием и парированием. Тебе игра предлагает, ты или блокируешь, или парируешь. Парирование сложнее, но вот, короче, да, ты это можешь сделать. А здесь игра тебе ничего не предоставляет, никаких возможностей справиться. Я же говорю, это какой-то гребаный рандом, и ты каждый раз идешь, просто надеясь на то, что вот в этот раз расположение мобов будет другое, что вот в этот раз тебе повезет, что вот, ну, вот как-то вот так вот. Не знаю, мне это не нравится. Мне интересно, что там сверху, но мне не нравится, что здесь происходит. Все, ребятушки, на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.